Эпидемия гриппа приближается к Нижнему Новгороду. Первые школы уже закрыты на карантин, и там проводится дезинфекция. По данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости в городе придется как раз на конец января, начало февраля. Нижегородцы заболевают самой заразной формой гриппа, вирусом группы А. 6 школ полностью сегодня в городе закрыты на карантин. 16 классов и 19 групп в дошкольных учреждениях. Хотелось бы обратиться к родителям с тем, чтобы, если есть признаки заболевания, то, конечно, ребенка лучше оставить дома. Кстати, что касается свиного гриппа, то по данным Роспотребнадзора в Нижнем Новгороде зарегистрировано 50 заболевших.